Добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Добрый день, Алла Николаевна. Здравствуйте, тетя Алла. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Как у вас дела? Что нового? Да, спасибо, все хорошо. На огороде у меня порядок. Думаю, урожай будет неплохим. Конечно, ведь ты, Еноточ, все время там пропадаешь. Да. Ну что ж поделаешь, Шунечка, лето весь год кормит, нужно потрудиться. Ну а вы-то помогаете Еноточу? Ну, помогают, помогают. И Коксик, и Шуни, и Зубок поливают, пропалывают сорняки, ветки подвязывают. Вот сейчас решили передохнуть немножко. Жарко очень. Да, тетя Алла, а я думала, чем бы заняться, и решила сделать мягкую игрушку. Да, и попросила меня помочь. Да. А я в огородных-то делах разбираюсь, а вот как и из чего игрушку такую сделать, не знаю. Ну, настоящую мягкую игрушку сделать довольно-таки сложно. Нужно уметь строить выкройки и очень аккуратно шить. Это, наверное, очень долго. Ну, конечно, такая поделка займет немало времени. Но я знаю один способ. А какой? Быстрый? Конечно, Еноточ, быстрый. А что за способ такой? Ну, мы можем сделать игрушку из небольших кусочков меха или мягкой ткани. Из кусочков? Как же это? Я вам сейчас покажу. А кого мы будем делать? Какую игрушку? А давайте посмотрим. У меня есть кусочки серого и белого меха. Так. Думаю, можно из него сделать зайчика. Зайчика! Ура! Ну что ж, зайчика так зайчика. Ну тогда возьмем кусочек меха. Так. Нарисуем круг. Хорошо. И вырежем его. Ох, Алла Николаевна, как это вы, интересно, вырезаете-то, почти не открывая ножницы. Ну. Так, Еноточ, режут мех, захватывая только основу, не задевая ворсинок. Да, наука. Ну, а теперь этот круг нужно обшить совсем простым швом через край. Как? Смотрите, через край, Шунечка, так называется этот шов. Он нам позволит затянуть нить, и наш круг соберется в комочек, который потом нужно будет набить ватой. Понятно. А ватой для того, чтобы игрушка была мягкой, правильно? Совершенно верно, Еноточ. Еще игрушку можно набить синтепоном. Вот смотрите, теперь ниточку затягиваем, и наш круг втягивается в комочек. Ой, прям чудеса какие-то. Правда, комочек получается. В это отверстие мы набьем вату. И что же это такое будет-то, а? А это будет туловище нашей игрушки. А голову мы сделаем из комочек поменьше. И соединим их ниткой. Наверное, теперь нужно сделать мордочку. Да-да. Совершенно верно, Шунечка. Сделаем еще маленький белый комочек из пушистой ткани и затянем его в середине ниткой. И приклеим вот сюда. Что-то не пойму. Мы разве не зайчика делаем? Да, пока что похоже на кошку. Или на мышку. Да. Ну, знаете, друзья мои, из этой заготовки можно сделать любую игрушку. А это зависит от того, какие мы сделаем ушки. Если маленькие и кругленькие, у нас будет мышка. Если треугольные, получится кошка. А если длинные и узкие, у нас будет зайчик. Вот это да! Ну, мы же решили сделать с вами зайчика. Да, зайчика. Ну, тогда сделаем длинные зайчьи ушки. Вырежем их из меха, а изнутри приклеим мягкую розовенькую ткань. И закрепим ушки на макушке. На макушке. Уже похоже на зайца. А лапки как делать?
И лапки сделаем также из меха и мягкой ткани. Вот лапки передние, а вот задние. И приклеим их к туловищу. А еще хвостик, мы забыли про хвостик. Да не спеши ты, Шуня, якая ягоза. Нет, Шунечка, мы не забыли. Хвостиком у нас будет маленький белый комочек. Ух ты! А еще белый воротничок. Так, белый комочек. Угу. И... Ну, белый. Вот осталось приклеить глазки, носик и ротик. Ой, а из чего мы их будем делать? А мы сделаем их из цветного картона. Сейчас я их приклею. Понятно. Ой, синие глазки. Розовый носик. Красный язычок. Какой красивый зайчик получился. Да, ну просто отличная работа, Алла Николаевна. Ох и мастерица вы. Спасибо, Енот Енотыч. Это вам спасибо, тетя Алла. Пожалуйста, Шунечка, держи своего зайчика. Ой. А ты, Шунечка, запомнила, как это делается? Ну, конечно, запомнила. Теперь я смогу сделать сама и котика, и мышку. Ну вот и славно. Спасибо за науку, Алла Николаевна. Нам пора, дела ждут. Пожалуйста, пожалуйста, мои дорогие, приходите еще. Я всегда рада вас видеть. Обязательно придем. А сейчас давайте попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До встречи, ребята. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.